Приветствую вас. Так, левая рука, финалы. Самое интересное. Сразу ставим лайк и не забываем подписываться. Иначе придет Ливан и размозжит вам голову. Просто как арбуз возьмет и раздавит. Так, категория 55. Вот этот справа такой очень резкий, резвый, хитрый. Оба! Чё произошло-то? Второй фол, победа. Вот так. Ну, в принципе, он, вот видите, здесь он хоть видно был, что побеждал, что он сильнее его. Ну, конечно, не решили до конца. Ну, в принципе, я как главный судья этих соревнований могу сказать, что справа победил. Но это не точно. Я, конечно, шутковал насчет этого. Вот сейчас посмотрим, кто решит из них. Кто сильнее? Как-то русский немножко перестоял. Надо было, ну, что-то делать. Давай. Все, это проигрыш его. Ну, в принципе, видите. Отлично, красавчик. Турок красавчик. Красиво боролся, грамотно боролся. Заслужил. Не утомляю вас разрывами там. Обычные разрывы. Нормально все проходит. Смотрим. Армения против России. Оп. Хорошо. Начинает пробивать. Ага, вот опасно вот так. Нужно чувствовать, чтобы не разорваться побольше. Так, ну вот тут если грамотно русскому раскрутить, было бы отлично. Оп. Вот видели, как Лорад, пересмотрите, у меня есть видос, как Лорад грамотно в этом поступает. Он локоть потихоньку передвигает вперед и плечом прикрывается. Это надо, конечно, научиться так. Что она делает? Я вот всегда бесит, когда вот это так делает. Нормально сам чувствует, как ему надо, алло. Ладно, здесь на чемпионате. Оп, пошел вытягивать. Хорош, вот так придержи его, придержи. Опачки. Еще фол скажи, отдай. Конечно, победа. Что он улыбается? Фол? Победа? Фол. Смотрите, фол, да. Ну, тот специально руку отпустил, ёпта. Смотрим. Оп, смотрите, он сам, ну, сдался, человек сдался, отдал и поднял фол. Ну, блядь. Ох, судьи. Оба, слушай. Вот это прикольно. Короче, всем на заметку, делайте так, это лазейка такая. Ну, она злит, конечно, жестко. Ну, ладно. Ладно, победил, красава. Вкрутился, просто нормально вкрутился, чувак. Просто нормально вошел в свою борьбу. Оба! Видели, как он? Немножко дал руку, оп, вкрутился в свой крючок. Он подвыбил пальчики нижние, все, утащил. Вот так. Так, категория 65. Что у нас здесь? Кубаев этот ирбэк. Оба! Унес просто в хламину. Все. Так, отлично. Обнялись, пошли дальше. Друг, друзья. Еще раз посмотрим. Оп. Нормально. Так, смотрим. Амир Шадян. 70 килограмм, явный фаворит. Ну, литовец, помните, он тоже крепенький. Физика, да. Да, рука у физически у этого справа повыше будет. Ох, не. Ну, армянин очень крепкий. Отлично. Так, категория 75, этот грузин, вот этот слева, который очень силен парень, он еще, походу, выступает до 21 года.
когда-то моего Смирнова Артема победил. Тогда мы поняли, насколько он силен. Оп. Такой бочина, очень крепкая бочина. О, сейчас закрутился. Все. Он даже в баллы, может побаловаться с ним. Очень крепкий парень. О, Владислав Красовский. Так прикольно видеть, когда он еще выступал по юношам, по юниорам там. Ну, как-то, ну, тоже в призах был, как бы. А тут уже по мужикам. Слушай, смотри, как хорошо борется. Просто красавчик, блин, вырос. А его друг Касперс, ну, конечно, не повезло ему на левую. А Левжох, ну, тут, я думаю, даже загадывать не на чем. Сейчас по фолам этот проиграет, а Жох стоит, просто отрабатывает. Ой, мне интересно узнать, как вот вы относитесь к этому, что вот на левую руку он участвует, вот в таких любительских. Просто занял место и все, никому не дает ничего. И, конечно, он же не виноват, что его такая сильная рука, в принципе. Оп, ну блин, ну мог бы пойти на правую, не знаю, на левую. Существует правило, не существует. Выступать свыше 110. Ему уж интереснее было бороться в такой же категории. А что среди этих с детьми такое чувство борется? Ну что, посвятим больше времени обзору. Так, смотрим. Интересно даже разрыв посмотреть. У этого справа очень сильный верх. Очень сильный. Не пойдет. Могу сразу сказать. Сашо Андреев вин. Неужели будет бороться в крюк с Сашей Андреевым? Вот интересно. Верховичок и такой универсальный, что ли, вот этот Вайос. Плечко-то не повернуто. Не, Саша просто мутант в этом году. Смотрите, какая ряха. Ну, блин, такой огромный. Это дикая генетика или... определенные бешеные комарики. Посмотрим еще раз. Это как, знаете, в Тур де Франс этот чувак, который просто обкалывался и 8 раз побеждал Тур де Франс, потом признался, что он комариками баловался. Армстронг, о, Луя Армстронг. Вспомнил. Смотрите на лицо, прикольно было, конечно. Смотрим на повторе, потому что не видно было. Категория 100 килограмм. Хорош, движение очень хорошее, сильное такое. Такая стяжка хорошая. Бам, зашел, хорошо. Стартанул хорошо. Так, смотрим Лалетина. Фол, да. Ну тут на голову выше какой-то фол могут дать. Короче, ставим лайк, если вы хотели бы увидеть Лалетин и Мэтт Маск. Вот. Или, если хотели с Лоратом увидеть, то тоже, в принципе, можно. Ну вот эта тройка самая интересная. Лалетин, Мэтт Маск и Лорат. Вот они такие все длиннорукие. Интересно посмотреть, кто бы из них топовый был. Так, опять вот камеру сбоку и не видно будет. Ну, в принципе, все понятно. Затащил просто изи. Нет ему здесь конкурентов вообще. Ему категорию выше, но нет. Ну что, посмотрим. Че творят, блин, а? Дайте борьбу, посопротивляйся ты хоть немножечко, алё, блин. Что, пропускаешь вперед? То есть это, ну, вообще не спортивно. Да, ну давайте. Ну давайте, опозорьтесь.
Опозорься. Красиво, спасибо вам. Мы этого ожидали. Сидели и думали, с кем же Ливан поборется? С кем же Левашка поборется в финале? Как это красиво будет, интересно. Самая большая категория, плюс 110. Офигенно, блин. Зачем так на показухе? Ну, хотя бы немножко напрягся бы. Куда ты эту руку бережешь, блин? Короче, пишите в комментарии, как вам этот чемпионат. Я ж вообще не рад этому. Посмотрим, как правая будет. Вот, короче, лайки не забывайте. Короче, без разницы, ладно. А, и всех, которые подписаны, вы классные. Мне очень нравится, как вы комментируете, кто меня хвалит, кто наоборот не хвалит. Ну вот сейчас у меня микрофон другой, не знаю. Интересно будет послушать ваши комментарии насчет меня. Оленя или там конфетку сосу.